Мы продолжаем наш путь, и мне кажется, возможно, вот это место, это самая широкая панорама, которая возможна в национальном парке Плитвицкие озера. Я могу ошибаться, но вот предчувствие у меня именно такое. Удивительно, как каскад водопадов метров 10, наверное, оставленный позади буквально, я не знаю, вот за поворотом, да, совершенно не слышен здесь, и насколько спокойная, тихая, стоящая вода. Просто потрясающая. То есть, с одной стороны, проносятся тонны, не знаю, тысячи там кубометров воды, а с другой стороны, вот такое вот тихое, безмятежное озеро, где полный штиль и просто спокойствие. Очень красиво, очень здорово. Такой контраст своеобразный. Не везде такое видишь, мне кажется.